А сам губернатор сегодня вручал госнаграды и премии имени академика Уткина лучшим рязанским ученым. Отмечены коллективы, чьи проекты оказались наиболее важны для инновационного развития экономики. Это разработка антенн для радиолокационных станций, программа контроля печатных плат и создание испытательных комплексов. Более 10 лет назад в регионе была учреждена премия для ученых-новаторов, авторов разработок в области радиоэлектроники, специальной техники и информационных технологий. За это время лауреатами конкурса стали почти 160 человек, чьи проекты успешно реализованы и внедрены в производство. Конечно, многие инженеры мечтают, наверное, такую премию получить в своей жизни. Вот. Но для этого, конечно, нужно пройти определенный путь. Вот. И сразу так вот легко это ничего не дается. Поэтому, конечно, здесь труд, длительный труд –